Эта площадка одна из крупнейших в Реутове на территории в 4 гектара, которую занимает компания MarketTor. Практически под одной крышей разместились сотни предпринимателей и десятки компаний среднего звена. За 35 лет из небольших разрозненных фирм они выросли в настоящий холдинг, теперь готовы покорять новые вершины. Необходимо развиваться дальше и переходить на другой качественный уровень, а именно собственное производство. Сейчас даже на этой площадке существуют резиденты такие, как «Формула комфорта», «Мирион спецодежда». Это серьезные производственники, которые имеют не только здесь торговые и складские площадки, они являются и производителями. А это еще одна топовая компания Реутова. Здесь знают о бетоне все и производят все, что с ним связано. Налоги платят исправно, производственные мощности наращивают, увеличивают штат сотрудников. Именно таким передовикам и предложили перейти на новый бизнес-уровень и стать индустриальными и технопарками. Площадки должны отвечать требованиям по территории. То есть для технопарка это больше 4 гектар, для индустриального парка больше 8 гектар. И сами для себя понимать, как бы для чего нужно создание этих площадок, какую выгоду получат их резиденты, сами управляющие компании, и в то же время, что получит Московская область и город Реутов. На создание 5 таких индустриальных и технопарков уйдет всего около 2 лет и миллиарды рублей. Начнут с разработки концепции. В каждой компании она будет своей. Один из пунктов – привлечение дополнительных бизнес-структур, как российских, так и европейских. Мы в первую очередь надеемся, что здесь у нас на территории города Реутов в рамках импортозамещения будут все-таки развиваться наши российские, реутовские, подмосковные инвесторы и бизнес-структуры. Но также мы, конечно же, не исключаем возможности привлечения крупных европейских производителей. От создания таких кластеров в реутовской промзоне, считают специалисты, выигрывают всем. Бизнес получит субсидии, налоговые льготы и специальные кредитные программы. Городу достанется около 1500 новых рабочих мест, а бюджет пополнится на миллионы дополнительных рублей. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ.